этого самого. Вот я целую книжку сделал. Еще одна песня. Это первый курс тоже. Вы помните, вот у меня самое большое желание было первого курса – это спать и есть. Обо всем остальном я просто забыл. И когда приехал, причем, значит, у меня отец служил на Камчатке, вот, я сдал, значит, сессию первую, купил билеты, приехал в Пулково, встретил там наших боевых товарищей, которые летели в Минск, и у них самолеты задерживались все время. Ну, до Минска лететь от Ленинграда было там полтора часа, что ли. А мне надо было лететь сутки, потому что самолет был в 18. Вот. Ну и я сел в самолет и полетел. 5 посадок было, значит, прилетели ровно через сутки. Со мной вместе в самолете летел ансамбль Сябры. Вот я помню, у них такие здоровые музыканты, они ко всем теткам приставали. И такой невозможный солист, который до сих пор у них поет, с бородкой такой, он сидел впереди и делал вид, что он их не знает. Вот, да. Вот. И я ровно через сутки прилетел, провел там свои, значит, 10 дней, вернулся обратно. А мои боевые товарищи, оказывается, которые летели в Минск, у них по случаю непогоды, они двое суток просидели в Пулково, плюнули, сдали билеты, сели на поезд и поехали, значит, на поезде. Вот. Ну и вот песня тоже первого курса. Не сбить и терять.